Если у вас точно такое же время, то значит меня перевели. Ну, меня в стране переводят часы. У меня сейчас два. Ну, МСК время такое же осталось. Ну, МСК-3 сейчас. Сейчас я на пристав зайду по хилю. Так что там, Дэйв? Это Эрдру? Нет, он с собой. Там два хила, Елмата и Бумштейн. Я думал, будут типки, но не получится похилить. Там поставите шкаф. Титанозавр, каски, папа, я миссини, кулаки, кресты. Давай титанозавр третью ауру, а миссимип фрост ауру. Поставьте шкаф, сумоните, пожалуйста. Чешка, оп. Смотри по времени сколько, она 45 секунд каждый. Или череп тоже 45, я не помню. Ну, все равно он... Сколько там? 1300, а потом 1100, и арп тебе на АДК совсем нормально. Лучше, чем тот крит. На присутствие каску бафает титанозавр. Пошел ты здесь, бафы каски. Я тут кому там не хватает? Фурика нету каски. Хотя бафа, наверное. У нас шапуги есть в рейде или что? Да, не знаю. Один. Если пуга, не знаю, наверное. Если из гильдии есть еще желающие, уж из гильдии добро. Нет, так некрасиво уже делать, он ждал со всеми что? Вместе. Что, подождал, пока там два слота добрали? И трэш почистил? А кто ник какой? Я не знаю, я пугов искал киллов, но никто не писал. А, вот Лок, Анна Секин, его кикаем и берем с гильдии, да, кого-то? Так он с гильдии. Чек на пул. Каски нету на 300. Каски, посмотри, попали пауру, кому-то не хватает. Попал. Чё там, всё, к ДК пуляй, на пул на... Кто там, Диокор?
Да. Ты и протопал, да, танк второй? Да. Кривич. Сейчас, сука, как на зло волю упадет, блядь. Ты до сих пор не забрал на хорик воли? Не. Блядь, что-то тебе не везет. Где-то забирают ее на успех за 10. Рейтрики причем. Ну хз, я с воли забрался по РМ-10. Здрасте. Привет. Гимн хп control heal. А раз как когда был? Что ж, видите его. Ну, пойди, когда ссылка закроем. Хорош ответ, я понимаю. 4 штуки или сколько? Да. Мало? Не, ну после 4 целка или после одной? После одной. Не, после имеется одной. Типа 4 резки после целка. Угу. Отказывайтесь, я забыл поставить. Насколько я так и не понял, кто я спрашивал, никто не плюсовал. Может, просто некому? Как это не звучит странно? Ну нет, диакур, наверное. Так, кольцо, штаны можете забирать, мусорные. Щит, рольте, хэпал, шам. Передам тебе. Блин, вы что, ребят, на приколе, никому осколки не нужны, что ли? Кольцо. Да, неплохо, да? Так. Рлит на кота ролишь? Тогда тебе я отдам. Дайте бомжей. Так, рлит, рлит. Держи. Ну ты, кстати, не очень классное кольцо на кота. И щит Элим, да? Да. А ты распределил бы друидов по инерам? Ну, давайте. Джанни кидай по ямке. Депресс откидай по control heal. Сейчас я щит отдам. Орлит кидай по... Кто там еще хил? Бомстай. Хотя Бомстай может сам себе заливать. Короче, если будет кого-то мани, я посмотрю на... Пускай Депресс и Дэйв не заливают. Да блин, по ситуации я посмотрю по мани, если что. Скажу залить. Гуляй, Дэка. Справа-слева могу не сагрить только. ДК. На агре не знаю, что я. На мне агро. Кливайте, трэш. Йокот тут? Пиздите, гада, пиздите! Кто убьет его, 100 голд дам. Вот трэш добейте, отлетающий. Блин, почти успели. Рома пишет. Джейми? Она Сикин. Это ж Марат. Да, это Марат.
Ща ничего еще раз собьет в комплекте. Закроль его. И переставишь потом тотема. Еще раз. Хильте, хильте, Unfamous. Блин, ни на телефон не пришло, что переводится время, ничего вообще. Вас обычно оповещают на телефон? Да не, она обычно у меня телефон оповещает. Вот. Роти шлем на танк. Вот, сейчас тебе дам. Блять, русский Tell Me When, как живую бомбу сделать, чтобы показывала? Ну смотри, правой мышкой по иконке, вводишь название, потом выбираешь дебаф, там снизу, короче, цель, надо выбрать, ну, цель. Сейчас. А, точно, я дебаф не надо. Еще надо выбрать, что цель, а не игру. Да, я выбрал, я просто. Блин, Марату повезло, что у меня священный огонь на КД был в тот момент, когда я, когда у него 1% остался. Я уже собрался жезлом в него тыкнуть. Дотку, его зафигерил в этот момент. А так умер. Так не любите Марат. Ну, любовь не любовь, то стол золото есть футбол. Ой, я случайно не тот этим. Есть мана. Так у вас тоже приведут скоро, да, по ходу времени? Или как это работает, я не знаю. Ну, у кого-то переводят, у кого-то нет. В России переводят на час у на... У нас перестали вроде как переводить. Да уж, я давно, говорю, наверное, уже пару лет. В Беларуси тоже вроде не переводят. Обычно у нас автоматом время меняется, типа, на телефонах. Ну, я тебя резну, вставай. Да, у меня тоже на автомате поменялось. На телефоне, на компьютере. Просто я же не знал, что... Как я узнаю, что оно поменялось на час назад? Понимаешь, о чем я? Ну да, я понимаю. Я посмотрел на время, как бы... Ну и время, и время. Как я понимаю, что оно отрезалось. Потом зашел в игру, тут у меня МСК время стоит. Смотрю, 2 часа разница вот это. Да, и возникает диссонанс. Угу. Давайте я запустил. Что там, депресс, тебя эти депортируют. Наденьте все ранцы, особенно танки. Депресс это АФКши, да? Чек. Да, покажет. Придется минус ЕП дать за босса. Ничего не писал. Не, ничего. Ты такой принципиальный стал? Так не, я не буду пока минусовать. Сейчас посмотрим. Если не будет его. Это Ваня Варенька. Онлайн? Блять, нахуя Олег права забрал? Я ему говорю, пускай оставит хотя бы твинков дюду принимать. Скажи ему это. Я ему говорил.
Ну вот как раз есть вот рубрика какое-то предложение, можешь там написать. Хотя чуть мне подсказывает то, что им ничего, что предлагают, там не принимают. У него просто яйца, как у быка, понимаешь? И не сломает ничего его, видишь? На сковородке жарится. Сука, где перед... Tell me when? ДБМ, короче, посередине, который призыв помощников вытаскивается на центр экрана, мне нужно немножко... Сейчас, если не ошибаюсь, это, короче, тыкаешь на иконку, options, и предупреждение до рейд, если ошибаюсь. Меня всегда пациент. Это же в ДБМе можно сделать, не? А, можно. Сука. Ну да, по-моему, это предупреждение для рейда. Вон, смотри, предупреждение для рейда. Стиль индикатора. А, да, действительно, вот, стыкается. Мага бейте. Индиказ перелетел. Сука, а чё не перед... Я не знаю, я передвинулась. Может, во время боя? Да нет, вот, заходишь предупреждение для рейда, там вот есть вот, ну, передвинь... Амулет. Шея, рольки. Нет, это не на сову. Разве? Не, ну почему, если типа бомжуешь, у тебя нету, то можно взять, а так... Да, она посмотрит. Ну, это лог, прям бисовое кольцо на ком. Науф. Так у него здесь Вильгер с рука, блядь, стоит. Типа багруха. Марат. А, передай тогда, Шей. Шей. Задницу пускай. Ну, приоритет просто. Мне трой, вы хотите. Все. Дэйву там передашь. Угу. 20к на трени. Все, я запустил. Вот если сейчас упадет сраная воля, блять. А, я сказал 20к. Да-да-да, нормально. Пойдет. Сори, я хотел минус 12. Да? В обычке. Я реально просто случайно это сказал. Потом уже осознал, что я 20 раз сказал. Депрессия так и не пришел. Ладно. Дайте каску по ДК. Это уже наглость, ребят, это наглость. Хотя бы сказал там, мне надо это действовать. На два босса АФК. На вторых бомжей... бомжей дайте, а на вторых. На вторых бетах. Эти руками сейчас будем убивать. Свитч эти стрэш. Скоро. 10 секунд. А, арт. Никто не стакает, хотел сказать, а я один. Окей. Бейте. Трэш? Я буду помогать. Фурик. А на второй диокор даже.
Играем, играем, играем трэш, пока там же есть. Все, должны добить. Молодцы. Это был сын Саурфанга, предводитель... Воля. Да иди нахуй, а сука. Жизнь, боль. Смотрим ДПС. Вот ты понимаешь, больнее будет, если осознание того, что ее строит тот, кто, на кому она не нужна, то есть на успех, условно. Или тот, кто урон не дал. Это будет боль. Короче. А на сколько на волю у нас? 12 на все. Ну там мохнатый выиграл. Он дал. Сейчас посмотрим. Ну типа если Ялмтон офф, то че-то там мохнатый выиграл. У него ровно 100 тысяч. Да, мохнатый выиграл, получается. Ялмтон, ты ж не писал, что на... А Чинода не дал. Я вообще без баф некоторых убил, блядь, после этого косяк паладина, это похуй. Ну, короче, найди паладина и дай ему пизды. А кто без бафа бил? Хант без каски бил. ДК без каски бил. Так никто не падал. Ну, да, типа ханта без каски, демон без каски. Чек же сдавался, чтобы проверить баф. Чё ты молчишь? Я тоже волю. Тоже волю не троллю, мне тоже воля надо. Ну что поделать? Да пускай тогда. Пускай тогда ролят. Че у ханта там. Сколько там? 300 не хватило. Ну вот каска там, считай, сколько-то ему апа нормально дает. Ну она дает и могилы силу. Крит. И крит еще. Ну и не крит. Передай, ну, типа, ханта. Делаете, передай ханта. Ладно. Покорите. Он стролил, без каски бил, верю на слово. Заслужил, заслужил. А я по без воли побегаю, ничего страшного. Самое обидное было, это когда я собирал, короче, варом 25-ку, и там пук, сука, стролил волю, блядь. И не доебаться, он и трэш бил, блядь, и планку прошел. Вот это было пиздец. И причем только я и он ролило. То есть два человека прошло планку, блядь. Самое обидное, что, блядь, у него там ролл что-то в районе 20 был, а у меня, сука, 4, блядь. И передали Хантер воль? Все в порядке. Просто... Да нет пока. Ну передай, мохнатый, фарш ему воль. Услышал? Он сролил. Без каски был. Дал бы 300 эти ДПС. Так тебе передали, что ты говоришь? Да, да, передал только что, спасибо. А, все. Хорошо. Точно, ваше величество. Все, можно не идти в ЛФГ, не спамить, что... Ну, я Сарс говорю, дал. Если ты обманул меня, это на твоей совести будет. Да не, я не пиздил, как я и сказал. В смысле, видишь, у меня до сих пор... Да не, почему? На момент, когда мой орк упал, у них до сих пор бафов не было. На двух пристах, на резиденте, на двух контах. Ну да, тогда, блин... Паша, на вас есть каски, вы чё гоните? На вас есть каски. На двух пристах, на всех трех пристах есть каска. На втором ханте ой, каска нет. Есть. Ну, вот никто смотри, не падал сейчас... в рейде. Вот смотри, Ичидона, каски нет. Резидентом каски нету. Я, кстати, перед пулом Сурка проверил, у них в натуре не было каски, потому что они писали в чат, а там уже бой начался. Я не знаю, почему на остальных типа каски есть. А на них, пауэр, да? Них нет. Да нет, типа они, может, они в жопе мира стояли, или типа на одного накинулось, на второго нет. У нас же не один ДК, не Винхант.
всех перебахал. А поставьте Кастаура. Я ловушку сняю. Нет, не агри ничего. Сейчас БДК поднимем. Стаки с протопала спадут. И тогда. Дисплейте слизь, пожалуйста. Паладин, либо престиж. Гневка дает 10 секунд. У меня маны нету. Сейчас свет включу. Так, так, молодцы, чекаю. Можно, смотрите, как сделать. Протопал будет на босса, чтобы быстрее босса. А БДК будет слизни. Каску Диокуру. Что там еще? Сдавай каски. На пул на протопала ник Титанозавр. Начинай. Давай. Праведный щит там юзай. Набирай. Геру. А вы, ребят, вот, кто более-менее давно в гильдии, вспомните, какой этот аксессуар воля? Какой он... Несчастливый, проклятый, потому что сколько из-за него у нас было кикнуто или ливнувших людей, с обычки.
Я так. Понятно, я есть. Возбужден. Потом Рога, который, которого Олег кикнул с завода. Отдал ему волю и кикнул его. Почему? Ну потому что тот не дал ДПС. Я не помню уже эту ситуацию, помните? Кто там? Да, был такой. Потом третий чувак, Хантер, у которого я шаманом троллил волю. Который перестал ходить в рейды из-за того, что я сролил по-честному. Видите? Я просто типа жопу подпекла, то что я построил ее. Хотя Ханта просто долго одевал. Он быстрее ДКшечка одел. А на Ханте нету до сих пор ни боли, ни чешки. Он гильдии не еще? Не, уже нет. Он, типа... он, скажем так, он человек, который ходил по гильдиям разным. Его богато всюду покикали. Теперь он сам по себе. Ну вот, видите. Что воля делает с людьми? Семип кливает большого. Взрыв, смотрите. Раз, два, три перебежали в беды, в протопало. Все, можете бить. Контрол хину и иннер залейте, кто там назначен. И я вам бьет шаман, чтобы они сейчас не резали трикуны. Ой, хвала небесам, шип попал, остался только сролить. Смотрим, кольцо не нужно никому, ретрик. На ретрика нормально, типа? Этот, не с моей роли. Ну типа да, но неплохое, дает апты, крит, мистер Сошер, апты видите. Хорошо, тогда я вам тебе на оф отдаю, да? Или на ретрика никто не ролит на оф? Ну я на оф, давай, на ретрика, если оно нормальное. Конечно, ну но, нормально. Типа, если у тебя нету капа мастерства, оно хорошо заходит. Если есть меткость, нет мастерства. Противно суть, естественно, печатка лучше. Смотри, весело. Ну как, блядь? Бля, роллишь. Лайк. Это лок. Шкаф сразу поставьте за сумму. Пожалуйста. Блин, ну роллы, конечно, хорошие. 23, 1. Вот это рольчик. Как, блядь, один, сука! Ты про что, про воль? Блядь, теперь про шип. Я один кинул, один, блядь! Говно собачье, нахуй. Давай. Смотри, у ретрика в бисе 22 мастерства. Ставишь один камень, на мастерство будет 25. Вот, с этим кольцом у тебя будет 27 мастерства. Без камня. А, так оно у меня есть, это самое. Кто-то, а, давайте ну... передам. Передай тогда шаману Ямке. Давай, так же самое, протопал начинает, на протопал она пулы все отдайте, пожалуйста. Начинай протопал. Танк нажми. Yep. Потом БДК в 8 стаках можешь забирать. Кто умрет от вздоха, не ролит сапоги эти. Чё там? Всё нормально. Жахуёвое чё-то, ребят. Это заклинание ещё не готово. Надо подождать. Спорки. Сова там. Вынеси в тотем. Так, раз, два, три, пять человек блюет, не набираете рейнджа, плохо. Ну я стоял в рейнджа, когда он начинает блевать, он же ходит персонаж. Ну, поэтому немножко больше надо.
Если... А, ну ты не шипа, ну... Не знаю. Шипам вообще может жопик стоять где-то. Пофиг. Так же само маг. Лок тоже может защиту тьмы нажать. Перед сдохом. Ну, она не сильно поможет. С нурём стаков тебя убьёт с процентов. Ну, один. Кстати, на самом деле, эта хрень отлично заражение спасает в гире. Вот. Прожмитесь. Массакру. Так, сапоги вы подвидите. Сейчас опять один ролл кину, блядь. Написал, что мне надо срочно офнуть. Рольте. Он написал тебе? Сука! Да как, блядь? А чё там вообще? Дэйв. Дэйв. Делриан. Делриан выиграл. Получается, да. А нет, 91. Текай, девочка. Нет. На Элемане. Почему на Элемане? Это а, так они же говорят. Я же говорил, блядь, маг не может купить себе с хостой сапоги. А на Элема можете купить за 4000 голд. Так себе оправдание. Так у меня... Кого? А, все, тогда передай магу. Передай магу. Ой, ты же не играешь магом. Поясно. У меня есть такой. Ротинов. Мисси Мип, да? Больше никого. Пояс. Держи, сумоньте, если есть шкаф. Это надо добавить правило, что ты сапоги, блин. С геры, конечно, да, это бис. Ну, маг, он не может, ну, понимаешь, крафтовый, если с хостой. Ну вот. Ну, кстати, вообще ситуация спорная, потому что в таком случае, в принципе, всем механикам можно крафты сможет купить, потому что штаны плюс ноги, там будут те же самые статы. Просто нет, если будет в атаках, а крит будет в штанах. Нет, потому что магу надо менять эти штаны на Т10, по-любому. А, точно, он же тело берет. Ладно, хорошо, отбой. Вот, и... Вот эти вот сапоги на Элема, да, они, по-моему, там красный, желтый сокет, да? Насколько я помню. Эти синий, красный. То есть, такой си. Там вообще два желтых идет. А, или два желтых даже. А 264 сапог офигенно. Кто? Или кинь ассиста на... у этого патина, который матч. Все, поставьте шкаф за сумонти толстый матч. Шкаф ОК, да? Как помню, сова была с 10 км сапогами кожаными и ролила эти сапоги и доказывала, что они лучше. Я в шоке был просто. Шкаф. Блять, у нас три лока, ты кто-нибудь другой мне. Шкаф. Стоял снизу. Шкаф. Можете шкаф поставить? У нас три лока, я только что ставил. Поставь на другой. Все, нажимайте на сумон. Сейчас примите, дать ему каску, кулак сразу. Каску по фурика нету. К
кстати. Принимай Сумон толстый матч. Он меня перезаходил. Грузится, наверное. Да нет, видите, ему снаряда, да. Кому и создать? А что он ревнул? Ему с нуля надо, он же написал. А. Окей, чек, каску дайте. Там еще чел есть, какой-то шаман хотел.